Ребят, всем привет! Вы на канале Smail Freddy, и сегодня мы с вами посмотрим на все локации в Lifting Champions. Ребята, здесь их немножко понерфили, смотрите. Это у нас локация 125 ребертов стоит, и самая последняя стоит 200 ребертов. У меня, ребята, 200 ребертов, и сейчас мы вместе с вами посмотрим на эти две локации. Ну и, само собой, у нас есть самый топовый пэт, ребята. Вот он, Guardian Titan, который дает 4, почти с половиной тысячи ксилия. Вот такой вот у нас питомец. Ребят, перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы давайте начнем вот с этой локации Desert World. Давайте, ребята, заходим сюда и смотрим. Ого, это что такое? Это мумии какие-то. Смотри, реально, маленькие мумии. А я могу их убивать, интересно? Ну-ка, ну-ка. Бэм. Что-то они не умирают. А, нет, умер. Смотри, KO. KO и... Окей, давайте мы с вами поменьше станем. Двоечка пусть у нас размер будет. Вот так вот, да? О, смотри, пришел, смотри, дерется со мной. На тебе. Интересно, а что-нибудь мы получаем вообще за это или нет, ребят? Смотри, толкается еще. Ты че? Офигелся. Нети, мумия, получай. Ну-ка, давайте посмотрим. Сколько у нас... По статистике можно посмотреть? Блин, не видно, да, сколько у нас ровно гемасов. У нас 8,6 миллиона, но я не вижу, чтобы гемасы нам, ребята, увеличивали. Окей, давайте с вами попробуем вот так наверх самый залезть. Вот так вот. Мы короли этой локации. Вот, кстати, беговые дорожки. Давайте посмотрим, сколько нам будут давать. А, я слишком быстрый, но окей. Давайте ложимся тогда сюда. И давайте посмотрим, поскольку силы нам будут давать, ребят. Так, у меня сейчас 372 тысячи, я вот так вот фармлю, и сколько мне сейчас дадут? Нифига себе, вы видели, сколько мне дали? Сейчас 400 тысяч будет, смотри, сейчас 400 тысяч будет, и еще плюс, ребята, нам гемасы дают, это очень прикольно. Ну-ка, что-то, кстати, смотри, а, нет, нормально, мы получили с вами 419 тысяч, офигеть. Обалдеть, 452 тысячи уже, ребята. Офигеть, и это еще не самая последняя локация. Вы взгляните, как быстро я качаюсь. Реально, можно сделать себе, допустим, 100 миллионов. Ну, типа, покачаться какое-то время, и 100 миллионов спокойно можно сделать. Смотрите, у меня уже 514 тысяч силы. Офигеть, я, наверное, самый сильный, да, на сервере? Да, ребята. И по ребертам, кстати, смотрите, 105 ребертов здесь у нас на сервере кто-то есть. Мощненький парень. Ну и мы с вами, ребята, получаем здесь, мне кажется, ну около, типа, например, 9-20 тысяч, да? Ну примерно так, я думаю. 538, 557 тысяч. Офигеть. Ну плюс еще гемасы, ребят, мы прокачиваемся с вами, нам гемасы дают. Кстати, некоторые спрашивали, откуда гемы взять. Ребят, гемы мы можем, например, делать с помощью ребертов, да? И нам дают гемасы. Это у нас вот такая вот локация, ребят. Я хотел беговые дорожки, ребят, посмотреть. Давайте сейчас попробуем пробежаться на беговой дорожке. У меня скорость не такая большая, поэтому давайте сейчас попробуем, ребят, вот сюда встать на беговую дорожечку и погнали. Так, 14.74 скорость у меня. И сколько мне сейчас будут давать? По 0.25, ребят. С этим пэтом еще... А, ну-ка, давайте посмотрим. Этот пэт... Нет, он к скорости нам не дает. Кстати, если мы вот этого пэта экипируем, да, ниндзю, который дает 20 к скорости, 5 скорости получаем! Вот это имба, ребята! Вы посмотрите, я реально стану самым быстрым скоро! Офигеть! Я не думал, что этот пэт нам будет давать настолько много скорости! Это же жесть какая-то! У меня 36 скорости уже, ребят! Так, давайте мы с вами понизим, например, до 5, да? Ну-ка. Вот, да, давай вот так сейчас станем. И побежали. Нет, надо все-таки чуть побольше сделать, ребят. Например, 15. Вот так вот. Офигеть. Ну-ка. Ну-ка, давай, беги. Вот, все. Чего? А почему у меня 15? Ну, окей. Подожди-ка, стоп. В смысле, если я сейчас сделаю, например, вот так. У меня 41 скорость, ребят. Окей. Ну-ка, давайте. Ну, давайте. Хорошо, тогда так будем стоять. Давайте попробуем соточку себе разогнать. Ребят, смотрите, прям буквально за несколько минут с этим питомцем ниндзя. И я себе сделаю сейчас 100 скорости. Ну, это очень жестко, ребят. С этим питомцем он, в
принципе, не такой уж и дорогой. Те, кто прокачиваются, ребята, могут себе его спокойно позволить и прокачать скорость, я не знаю, на 1000 сразу. Офигеть, вот это жестко, ребята. 62-67. Довольно неплохой результатик, да? Ну-ка, давай. 72, ребят, немножко совсем остается до соточки. И сейчас мы с вами соточку. Смотри, какой я быстрый стал. Видите, как я быстро бегаю? Это еще сотки нет. Ну, самый нормальный, наверное, результат будет по скорости, это 200. И если что, там, например, себе можно всегда понижать и увеличивать. И 200 самое нормальное. Типа, если будет больше, ребят, например, 500, просто супер быстрый будешь и будешь все перелетать. А вот 200, мне кажется, самый нормальный такой размерчик. Офигеть, вы посмотрите, как я быстро уже перемещаюсь. 99 скорости. Сейчас будет соточка, ребят. Давай, 104, ну почти 105, ребята. Я наконец-таки сделал себе 100 скорости. У меня было 14, вы же видели, да, 14,5. Но благодаря вот этому пету, ребята, на 20 скорости, он, конечно, нереально мне помог. А интересно, есть какой-нибудь еще пэт? Нет, ребят, больше пэтов на скорость нет. Он самый топовый по скорости. И кто хочет, ребята, прокачать себе именно только скорость, вы можете спокойно покупать его и прокачивать. Посмотрите, какой я быстрый. 130 уже скорости, ребят. Офигеть. А если я вот так, например, ну, вот так буду стоять, допустим, полчаса, да? Он у меня, наверное, 600-700 скорости накачает. Смотрите, потому что уже 141. И сейчас будет 150. Офигеть, ребята, как же классно, что я прокачал себе скорость. А то у меня скорость была, мне приходилось все время ее себе добавлять, чтобы быстро перемещаться. Ну а теперь она у меня есть. Это, кстати, еще не самая последняя локация, ребята. Давайте сейчас переместимся в самую последнюю, посмотрим, сколько там будет прибавка. Очень интересно. Так, короче, ребята, у меня 162 скорости. Давайте мы с вами переместимся сейчас в самую последнюю локацию. Она у нас находится вот здесь. И здорово, чувак, смотрите, кто-то уж тут качается вот этим нубиком. А мы с вами переходим в снежную локацию. Вау, вот так вот она вы... Нифига, сколько здесь беговых дорожек. Подожди, а тут продолжение локации? Подожди, в смысле? А, я упал. Чё, вы видели? Там продолжение какое-то есть. Нифига себе, я не ожидал такого. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Она на две части разделяется с таким небольшим обе, ребят. С паркурчиком, да? Я не уверен, конечно, смогу я перепрыгать или нет этот паркур. Но мне кажется, смогу. Эй, я врезаюсь в него. Надо, наверное, все-таки побольше размер. Мне, например, пятерочка, да? Вот так сейчас пятерочный размер мы с вами сделаем. Вот так, ну-ка, и побежали. Или вообще туда нельзя пройти? Может быть, это какая-то, знаете, для будущего обновления сделали, да? Я, конечно, не знаю. О-хо-хо-хо! Все, я понял, ребят. Пятерка, в принципе, размер нормально. Мы с вами сейчас перепрыгаем. Офигеть! Я-то думал, что мы с вами туда вообще не сможем никак попасть. Ну хорошо, будем сейчас туда-сюда так бегать, пока у нас не получится оттуда перепрыгнуть. Офигеть! Вот эта локация, ребят, двойная какая-то, да? Такое вообще никогда не видел. Ну-ка, раз, два, три. А-а-а-а, ребята, ну почти. Давайте семерочку размер сделаем. Интересно, семерочка, мне кажется, должно хватать. Вот, чуть повыше мы с вами стали. Побежали. Вот так, последнюю локацию. И, ребята, сейчас мне... Ну, возможно, нам скорости немножко не хватает. Ну ладно, сейчас попробуем, давай. Раз, два, три, четыре. Ну, чуть-чуть не долетел. Офигеть, подожди, давайте попробуем. Десяточка, десятый размер, ребята. Ну-ка, давай попробуем. Мне кажется, все-таки нам надо немножко скорости прокачать, ребят. Сейчас, если у нас не получится, то мы с вами попробуем прокачать скорость. Ну-ка, let's go. Погнали. Раз, два, три, четыре. Есть, ребят, я попал сюда. Смотрите, это вторая. Да, это вторая такая, типа, островочек локации. Смотри, здесь беговые дорожки. Давайте мы с вами... понизим, например, до 5 уровня наш размер, да, и погнали, побежали, посмотрим, сколько нам будут давать. Так, ну-ка, 162. Ну-ка. Эй, а чё-то как-то он пропадает, смотри. Подожди, в смысле? Так, ладно, давай на другую встанем. Вот, что-то он пропадает как будто, вот, все. Let's go! Эй, не пропадай, а чё он пропадает? Не понял. А, подождите-ка! Здесь у нас еще получается, ребят, смотрите, сейф-зона, что ли?
Смотри, реально, тут сейф-зона. Ну окей. Так, и я не могу почему-то прокачивать себе скорость. Что такое? Почему я не могу прокачивать себе скорость? Возможно, надо немножечко понизить скорость. Давайте попробуем теперь встать. Ну-ка. Нифига. Смотри, все равно не видно. Вот, 50. Ну-ка. Сколько нам будут давать? Давай, посмотрим. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. 4,2? Еще меньше, чем в той локации, что ли? 4,2, ребят, реально. Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка. 170 у нас скорости всего. Да, давайте попробуем перейти в ту первую локацию. Ну, за 200 ребертов. Ну, вот сюда вот сейчас мы перепрыгнем. Во, кстати, давайте посмотрим, сколько мы будем получать с вами силы. 11 тысяч получили. 568 тысяч у нас, ребята. Ну-ка, 591. Ну, в общем, здесь еще быстрее, ребят, у нас прокачка пойдет, смотрите. Еще гемасики. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Что-то 11 тысяч. И сейчас у нас сразу несколько раз, мне кажется, должно прокачаться. Кстати, сейчас не так много получилось. А вот сейчас нормально. Вот сейчас неплохо насыпало, ребят. 648, 651. Неплохо, ребят, неплохо. Хорошая локация. Но мне интересно узнать скорость. Давайте вот сюда встанем. Вот. Вот здесь нормально, смотри. Ну-ка. Сколько будем получать? Давай, беги. 4,2, кстати, ребят. По скорости здесь мы с вами получаем меньше, чем в предыдущей локации. Но 4,2 тоже хороший результат. И поэтому, смотрите, до 200 нам остается совсем немножко. Но все-таки, да, ребята, прокачивать скорость лучше в предыдущей локации за сколько там у нас ребертов? 107, 100, сколько там было, я не помню. Сколько там ребертов-то, ребят? 125 ребертов вроде бы. И там реально покруче. Все-таки, да. Ребята, в той локации скорость лучше прокачивать, чем здесь. Хотя, может быть, разработчики исправят это, ребят, и сделают буст именно к скорости вот здесь еще добавят. 200 скорости, ребята, я себе прокачал. И теперь у меня 200 скорости. Я могу вот так вот перемещаться. И у меня скорость не будет сбрасываться, ребята. Давай, а, вот 125, да, ребят. Давайте еще раз проверим, мало ли. Мне кажется, все-таки, что здесь больше будет даваться. Ну-ка, давай, 200 скорости. Ну-ка, давай. Ты чё? Почему-то его сбрасывает. Вот, все нормально, давай. Сколько? Ну-ка, давай. 200... 5,25, ребят, реально, здесь больше дается. Я не знаю, почему так, но, возможно, это такой небольшой баг и небольшая несостыковочка. Поэтому мы с вами, разработчикам, конечно, это сообщим. Ребят, если вам нравится эта игра, обязательно заходите играйте. Ссылочка будет в описании. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.